Всем привет, народ! Это 10 секретов новой локации «Бледная бухта». Будьте осторожны, видео содержит спойлеры режима выживания. Самый важный и интересующий всех вопрос в последние дни. Где же код от двери, ведущей в помещение с фрезерным станком? Во-первых, сразу хочу предупредить, если вы еще не посещали новую локацию, то обязательно переходите в Бледную бухту через ущелье на водопадах Ворона. Если вы зайдете через одинокую топь, то достать записку с кодом у вас не получится. Сам же пароль находится на подлокации радиовышка Эхо-1. После того, как вы получили код на вышке, обязательно зайдите в дом философа и заберите спальник из медвежьей шкуры. Спавнится он там постоянно на уровне сталкер и ниже. На самой вершине под локацией «Упавший маяк» вы сможете найти сигнальный пистолет и патроны к нему. Если суммировать все точки, то получается, что на острове Великого Медведя уже целых 5 точек спавна ящиков с сигнальным пистолетом. Бледная бухта является 4-й локацией с бесконечным лутом. Тут, как и на локациях Прибрежное шоссе, старый остров между зонами и зона запустения выносит на лед рандомный бесконечный лут, который будет респавниться через некоторое время, если вы будете его постоянно собирать. Под всеми зелеными ящиками во дворе консервного завода можно найти банки сардин. Но спавнятся они только на улице, все остальные ящики в помещении или на пирсе пустые. Под одним из разрушенных зданий на заводе можно найти небольшой тайничок с разноцветными сундуками и небольшим количеством лута. Как я уже говорил ранее в других видео, локация очень большая, и на ее территории вы сможете встретить всех животных, кроме обычных серых волков. На подлокации радиовышка Эхо-1 рандомно может спавниться медицинский шкафчик, который требует от вас найти болторез. Возможно, это баг, и разработчики забыли заменить болторез на обычный лом. Так как первое, я обыскал всю локацию, но болтореза тут нет. И второй, я вскрыл его читерным болторезом, и там оказались всего две повязки и пару таблеток антибиотиков. В комнате с фрезерным станком вас ждет небольшой сюрприз. Так что после того, как вы заберете код на вышке, не забудьте запастись патронами, бинтами и антисептиком. Комната открывается только во время северного сияния. А чтобы туда попасть, надо будет подняться по тросу в одном из зданий завода и пройти по дощечкам в самый конец пирса. И последнее. Бледная бухта – это вторая локация после долины Тихой реки, где вы сможете найти тайник с оранжевой крышечкой, как в сюжете Wintermute. Пока мне попался только один, но ходят слухи, что их намного больше. На этом у меня все. Если понравилось видео, не забудьте поддержать его лайком, давайте соберем под видео 600 лайков, подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. А с вами был, как всегда, Илюха, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.